Всем привет! Я ненавидел гуляющихся. А я тоже хочу поздороваться. Всем привет! Еще раз можно? Эй! Таш? Я могу? Нет? Да. Ну, блин, серьезно? Давай. Привет! Привет! Да, мы любим сервер. Таганрог. Второй день. Первое занятие у нас было соло. Там мы сначала поразминались, разобрались, каким местом у нас делается Шотти Джордж и откуда он у нас растет, да, то, что это бедра. И дальше он может быть Шотти Джорджем, он может быть буги-форвардом, что это не ноги, а бедра. Вот. После этого у нас был Сьюзи Кью. И Сьюзи Кью назовем его обратным, когда мы его делаем сзади. Да? То есть у нас передняя нога. Ну, хотя все так же остается. Передняя нога на пятке, задняя нога на носке. Ноги поменялись. Было так, стало так. Мы его завернули в круг. И добавили сюда немножечко движухи. Да, и переход через полстеп. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 8 раз, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 раз. На и 7 здесь важно закрыться вот этой ногой. Тогда потом все начнется правильно. Следующее, что мы разбирали, было... Напомните мне... Назад вышли. Что-что? А, вот это? Сразу? Да. Окей, там были слайды. Когда мы проезжаем на ноге, мы его выводим немножечко из подвеса и потом своим весом выдавливаем в сторону. Вом, 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 вом. Важно, чтобы мы все равно всегда продолжали немножечко поддавливать ногу в пол, чтобы она у нас не летала над полом и не получалось вот так. И мы продолжили это все таким отъездом в сторону. Вом, вом, а, все. Окей, пам, а. И также в другую сторону. Вом, эй, вом, эй, эй. А дальше... Фиштейн. Восьмерочка в бедрах, которые мы приделываем шаги. А, щи, а, щи, а, щи, а. Да? Вом, пум, пум, пум. Еще был этот галбрейк. Халбрейк. Мы сделали такой вот еще скип, да, слайдик. И вот такой, с переступанием ноги. И приделали его к халбрейку. Бам, па, чу, па, да, бам, а, чу, па, да, бам, па, чу, па, да. То есть получается step, step, kick, ball change, slide, step, kick, ball change, slide, step, kick, ball change. Соло, кажется, все. Да. Линди Хоп. Чарльз, Чарльз, Чарльз. Так, у нас была такая связочка. Rock, step, kick, and kick, and kick, and kick, and kick, and kick, and kick. Kick. Chu, ba, do, ba, do. Hey, ah, shoot, ah. Hey. Bam. Boom. И в другую сторону. Хорошо. 5, 6, 7, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, мы говорили о том, что здесь можно по-разному форсировать этот момент. Партнерша может сделать 2 поворота, 1 поворот. Можем мы это ускорить, может партнерша так, в принципе, решить. Да, если мы немножко форса дадим, она может себе немного помочь и развернуться быстрее. Чи-ди-ди. Ой, сорян, сорян, сорян. Давай скрос. Пам, щу, а. Интересно ускорить. Да.
Клинхак. Сейчас был ведомый футворк. Да, ведомый футворк. Вначале мы поменяли наш привычный 8-битный basic на step, step, triple step, step, triple step, step. Step, triple step, step, triple step, step. А, то есть мы чуть-чуть активнее подтягиваем к себе партнершу, чтобы ей стало удобно сделать triple step чуть раньше, на один счет. Следующее было верхняя смена с хоп-степом. Step, pan, pulu, a. Здесь поведение все практически так же, как в предыдущей вариации. Мы также ведем партнершу раньше, но за счет того, что приподнимаем руку, она у нас будет делать хоп-степ. За счет того, что приподнимаем руку, и за счет того, что здесь сохраняется connection. Потому что мы раньше ведем. И раньше поднимаем, чем обычно. Да, потому что если мы сделаем раз, два, три, четыре, то мы подняли мы руку, но махнули, и ничего не произойдет. Да, а здесь дальше. Да. Rock and go. Сразу? Нет. Да, мы больше ходим центрами. Вот здесь как будто держимся за перилку, которая у нас не должна болтаться туда-сюда. Иначе все будет нехорошо. В руках стараемся меньше вот этого перекидывания сделать, чтобы было комфортненько. И сделали с этим фигуру. Step, step, triple step, rock and go, step, step. Фасты. Первое, с чего мы начали, это трипл-степы. Четкие, хорошие трипл-степы на фастах. Нужно держаться в ритме и попадать в бит. Не забывай про пульс. Не забывай, что он намного меньше, чем на инди-хопе. Но он есть. Он есть. И не забывай про стоп, а не упруги. Вот. А, партнеры. Мы отправляем партнершу на свинг-аут назад из закрытой позиции. Не выбегаем передней вперед. То есть мы где стояли, там же и оказываемся. И отправляем партнершу в прямой свингаут. Step, step, triple step, boom, a, triple step. Обратите внимание, что мы не должны здесь вести ее себе в подмышку. Вау, рука уходит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. На пять мы партнершу не держим. Следующий момент. А, у партнерши. Партнерши на 5-6 выходит вперед. Думаю, вариант. 5-6. Разворачиваемся. Дальше мы разворачиваемся перед трипл-степом. И вот здесь можно поставить ногу, чуть-чуть сместив ее с линии, чтобы вы были устойчивы. Делай еще раз, пожалуйста. Вместо того, чтобы перейти сюда на линию, я ставлю ее между своей оси, чтобы быть устойчивым здесь. Партнеры, мы там у вас потерял. Штука была. Да, я хотел еще что-то сказать. Ведем на 3-4. Да. Значит, что у нас по ногам, если мы хотим облегчить себе жизнь? Вдруг. 3-4. 3. 5-6-7-8. Партнерши также на 3-4 могут делать такую же вариацию. Да. На раз-два у нас кик назад. На 3 мы ловим партнершу. На 4 ее отправляем. На 5 она начинает выбегать, потому что все быстро. Раньше не получится никак. А еще один момент. Старайтесь начинать всегда фастовые свинг-ауты с закрытой позиции, чтобы партнерша была к этому морально готова. Hey, там, 3-4-5-6-7-8. Раз, 3-4-5-6-7-8. Вот такая вот штука. И, партнеры, не бегайте к партнерше. Не делайте ей... Не делайте ей неудобно. Мы стараемся здесь стоять и подтянуть к себе партнершу. Только мы туда начнем нестись сами,
будем разлетаться и врезаться друг в друга. Вот. В этот момент вспомнила, партнерша, контролируйте, насколько вы выбегаете из сигналки. Здесь, старайтесь себя сами тормозить, сюда не убегать. Все! Все! Ура!